президентінің тапсырмасына сәйкес Қазақстан Республикасы көлік жүйесінің инфрақұрылымын дамытудың және ықпалдастырудың 2020 жылға дейінгі мемлекеттік бағдарламасы әзірленді. Осы бағдарламаның негізгі бағыттары мен жобалары жайлы кеңірек баяндап беруге рұқсат етіңіз. Бағдарлама келесі негізгі бағыттар қарастырылған. Өңірлерде жергілікті көлік инфрақұрылымын дамыту, көлік инфрақұрылымын халықаралық көлік жүйесіне ықпалдасуын қамтамасыз ету, транзиттік тасымалды 2020 жылға дейін 2 есеге ұлғайту. Бағдарлама жобасын әзірлеу Дүниежүзілік банкі сарапшыларының қолдауымен жүргізілді. Көліктік инфрақұрылымды тиімді пайдалану, логистиканың даму деңгейімен тығыз байланысты. Келесі слайд. 2012 жылдың қорытындысы бойынша Қазақстан Дүниежүзілік банкінің логистикалық тиімділігі индексі бойынша 86-шы орында иеленді. Осы бағдарламаны іске асыру нәтижесінде Қазақстан рейтингідегі орнын 2020 жылға қарай 40-шыға дейін жақсарту жоспарлануда. Теперь позвольте, уважаемый Серик Нурметович, рассказать о работе по инфраструктуре в каждой отдельной отрасли. Что касается развития автомобильных дорог, работа будет сосредоточена в рамках данной программы на завершении проекта «Западная Европа, Западный Китай», который реализовывается по поручению главы государства, а также будет сфокусирован на тех проектах, которые сегодня тоже реализовываются по поручению главы государства. Это такие проекты, как «Центр Юг», «Центр Восток» и «Центр Запад», «Астана Усть-Каменогорск», «Астана Алматы», «Астана Актау» соответственно. В результате данной деятельности в автодорожной отрасли предполагается реконструкция, а также капитальный средний ремонт на протяжении 30 тысяч километров. Ожидаемое состояние автомобильных дорог общего пользования к 2020 году будет составлять следующие показатели. 32 тысячи километров будет хорошего качества, 46,6 тысяч километров будет удовлетворительного характера и оставшиеся неудовлетворительные, которые будут продолжены к реконструкции в последующие годы. Развитие придорожного сервиса и инфраструктуры пассажирских перевозок тоже будет иметь место в рамках данной программы и предполагается построить 260 объектов сервиса за счет бюджета 31 и за счет инвестиций 229. А также все буквально автовокзалы, автостанции будут модернизированы, 34 и 138 соответственно. Плюс ко всему в городах 9, а в райцентрах 45 автовокзалов и автостанций будут вновь выстроены с тем, чтобы предоставлять наиболее хорошего качества автомобильные услуги для населения. Также нельзя не сказать о том, что предполагается сокращение изношенного подвижного состава на регулярных пассажирских автоперевозках. С точки зрения развития железнодорожной отрасли предполагается реализация целого ряда проектов. Основной из них – это тот проект, который реализуется по поручению главы государства. Это Бени Ужасказган, Аркалык-Шубаркуль, строительство железнодорожных линий. На сегодняшний момент готовится стык данной железнодорожной трассы. И в следующем году уже предполагается непосредственно осуществление движения поездов по данному маршруту. В дополнение к этому предполагается обновление, активное обновление подвижного парка, которое характеризуется и покупкой локомотивов, и пассажирских вагонов, и грузовых вагонов. Также модернизация железнодорожных вокзалов предполагается, причем практически все железнодорожные вокзалы, их 302, будут подвергнуты именно капитальному ремонту. Конкретные сроки определены в данной программе, завершением в 2017 году. Развитие отрасли гражданской авиации невозможно представить без хороших аэропортов, без хороших терминалов. И в этой связи будет продолжена реконструкция взлетных полос,
их останется 5 по завершению как раз-таки взлетной полосы в Таразе, которая уже сдана и госакт соответствующий подписан, и первые самолеты уже приземлились на данную новую взлетную полосу. А также будет продолжена работа уже, если говорить конкретно, в следующем году на взлетной полосе города Уральска и Петропавловска. И в последующем все взлетные полосы до 2017 года будут приведены в соответствующий надлежащий порядок. С точки зрения терминалов, то работа будет активно проводиться, включая 2020 год, и 6 терминалов, которые сегодня требуют реконструкции, будут реконструированы, причем в основном за счет частных инвестиций. Также предполагается, и мы проработали все вопросы с местными исполнительными органами, воссоздание аэродромов малой авиации, их предполагается на первом этапе 16, а на сегодняшний момент ТО и ПСД разрабатываются, и предполагается плюс ко всему еще то, что вот те частные компании, которые готовы будут осуществлять полеты, закупят 30 единиц. Конкретные планы нами прорабатываются с и частными компаниями, и с местными исполнительными органами, с тем, чтобы обеспечить вот возможность деятельности малой авиации. Развитие инфраструктуры водного транспорта предполагает расширение порта Актау в северном направлении. И сегодня доуглубительные работы уже проводятся полным ходом. А что касается 3 сухогрузных терминалов, то за счет частных инвестиций в 2016 году они уже будут сданы в эксплуатацию. При этом доведение мощности порта до 20,5 миллионов тонн к 2020 году обеспечится. Строительство судостроительного судоремонтного завода в порту Курек прорабатывается соответствующей национальной компанией, и данный проект включен в программу. Важность его заключается в том, что за счет этого проекта обеспечится потребность в ремонтных работах до 70% судов именно в Каспийском море. Приобретается суда морского флота, и сейчас по 3 сухогрузам уже практически соответствующие договорные обязательства подписаны. Об этом будет рассказывать Аскар Узакбаевич Мамин в своем докладе. И 2 универсальных парома в рамках программы предполагается также закупить. В рамках инфраструктуры и развития в целом транзита просто необходима еще и внутренняя и внешняя терминальная сеть, которая сегодня представлена в Казахстане действующими терминалами, их 20. Но необходимо также транспортно-логистические центры, которые будут представлять собой качественные услуги класса А. Их по данной программе будет плюсом 14. Определены конкретные города за счет в основном частных инвестиций и средств национальной компании КТЖ. И предполагается внешняя терминальная сеть, то, что будет развиваться в Китае за счет того, что будет выстроен собственный терминал в Ляньюнгане, а также арендован терминал в Урумчи. Также в Санкт-Петербурге, Бресте и Бандар-Аббас предполагается аренда терминалов. Инфраструктура и ее развитие очень важно еще и с той точки зрения, что необходимо и развивать компетенцию в логистике. И в этой связи по поручению главы государства были проработаны вопросы создания мультимодальной транспортно-логистической компании, которая сегодня практически создана в рамках Самрук-Казана под патронажем Казахстан-Теміржола. В нее вошли сегодня как активы КТЖ, так и активы Харгоса, также морского порта и аэропортов. И об этом, я уже говорил, подробнее доложит руководитель КТЖ. В завершении своей презентации я хотел бы сказать о том, что данная программа позволит реконструировать и отремонтировать порядка 30 тысяч километров автомобильных дорог, 8200 километров железных дорог, 100% автовокзалов, автостанций, ЖД вокзалов будут соответствовать стандартам, 100% обеспечится перевалкой все грузы через порт Актау,
100% аэропортов областных центров города Астана, Алматы, Семей и Жезказган будут соответствовать требованиям ИКАО, 100% обеспечения потребностей экономики в ТЛЦ класса А, а также увеличение грузооборота и увеличение пассажирооборота в 1,6 и в 1,5 раза. Также, как вы, Сергей Дмитриевич, заметили и говорили о том, что есть поручение главы государства об увеличении транзита в 2 раза. В рамках данной программы увеличение транзита будет достигнуто до 35,7 миллионов тонн, и это как раз-таки больше, чем в 2 раза сегодняшнего транзитного потока. На период реализации проектов 220 тысяч человек будет задействовано, и в результате реализации данной программы индекс логистики мы сможем улучшить до 40-го места. Конечно же, будем продолжать работу по улучшению после 2020 года в рамках другой продолжающей программы, которая, конечно же, будет нацелена на улучшение данного показателя до 30-го по поручению главы государства. Данная программа, в завершение хотел бы сказать о том, что согласована со всеми заинтересованными государственными органами, местными исполнительными органами, со всеми 15 ассоциациями, которые задействованы были в общественных слушаниях, в обсуждении с бизнес-сообществом данной программы. Прошу поддержать.